я знаю о войне. Не все еще о ней я понимаю, но в памятной минуте тишины я бабушку сильнее обнимаю. Всего одна минута тишины, бесстрастные удары метронома. А кто-то проживает в этот миг от 41-го до нынешнего года. Как долго и упорно шли вперед, неся неимоверные потери. И страх с отчаянием их не берет. Все потому, что продолжали верить, чтоб снова мирным воздухом дышать. Они когда-нибудь, но все же будут, что встретит их еще живая мать. А тех, кто не вернулся, не забудут, чтобы десятки, сотни лет спустя мы жили, дети, правнуки и внуки, и память о войне была в сердцах. Печальней и страшнее нет науки. Немногое я знаю о войне, не все еще о ней я понимаю, но в памятной минуте тишине я бабушку сильнее обнимаю.